Итак, замеряем новый усилитель Avatar. Это ATU 1500D, подключение в 0,7 Ома на Avatar STU15. Значит, питание у нас 1 100-амперный гелевый аккумулятор в багажнике. Значит, что у нас? Переходнички стоят с нуля на четверочку. Что, рез расскажем, какой уже есть? Замерим, покажем. А, ну замерим, сейчас покажем, собственно говоря. Давайте, поехали. Обнуляемся. А, мы здесь прям все это увидим. Сейчас видно, не видно. О, видно. Блютуз отключился. Ну ладно. Сейчас включим Блютуз обратно, и все будет у нас. Ватт. Вот такие вот дела, собственно говоря. В общем, подключение в 0,7, рост 2,2, 1375 ватт. Так, ну замер, рез сейчас под гель.